поскольку в последнее время нарастает военная истерия, причем в таких уже глобальных размерах, то есть строятся бомбоубежища, постоянно кричат, что там нам нужно быть готовыми, в общем, со всех сторон. К этой военной пропаганде подгребают православие, подгребают вместе с традициями, вместе с обычаями, что вот наши великие предки, Александр Невский, и туда же как бы вот Ивану Грозному поставили памятник в Орле, то есть вот все это сгребается в какую-то кучу вот наших каких-то великих традиций, духовных традиций, вот что мы такие как бы и великие, и духовные, и получается, что это практически одно и то же. Вот быть завоевателями и быть вот носителем высшей духовности. Вот. И поэтому я хотела сделать именно христианский пикет, поскольку я понимаю христианство совершенно иначе, все Евангелие оно совершенно о другом. И больше наоборот, заповеди блаженства, они говорят, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны гонимые, но не блаженны завоеватели, не блаженны там, насаждающие всюду свою волю. И хотелось бы это разделить просто, отделить, говорится, одно от другого. Чтобы люди знали, что христианство и война – это не одно и то же, что христианство и Иван Грозный – это не одно и то же, чтобы люди это понимали.